В этом году на спортивную базу в Генино прибыло более 40 спортсменов из Десногорска, Росковля и Ельни. Легкоатлетический забег собрал любителей здорового образа жизни и профессиональных спортсменов. Дистанция, которую спортсменам необходимо преодолеть, прокладывается кругом протяженностью 3 километра. У юношей и девушек старт общий. Мужчины и женщины стартовали с гандикапом по возрастным группам. У мужчин дистанция 15 километров, у женщин 9 километров, у юношей 6. Девушки бегут всего 3 километра. Несмотря на жару, в этом году ни один участник не сошел с дистанции. Все добежали до финиша благополучно. Чувство, наверное, гордости, то, что хорошо пробежала. Трасса нормально способствовала этому, чтобы бежать. Еще ее обустроили красиво очень, особенно с прошлого года. Сегодня вышел на старт, задача была добежать. Вот. Но когда разбежался где-то в середине дистанции, понял, что силы есть. И, в принципе, показал хорошее время для меня, то есть километр где-то из 5 минут я убегал. Вот общее время где-то 1:10. То есть все очень понравилось, хватило сил как раз вот до финиша, и, в общем, все замечательно. Все очень понравилось, трасса неплохая, только было очень жарко. Бежалось, в принципе, нормально, не очень тяжело. Среди девушек первой стала Сабина Асланова, среди юношей самый быстрый Матвей Семченков. В категории женщины первое место у Анастасии Кругликовой, у мужчин победитель Михаил Витохин. Самым возрастным участником соревнований стал Федор Дятлов, а самая юная участница Софья Мелконян. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными призами.